Всем привет, с вами Марк и... Ай, Трибут Гейминг. Играем в Counter-Strike Next on Zombies. Хорошо, что, кстати, этот бандикам вроде не снижает FPS, 60 FPS. Ну, все нормально, по идее. То бандикам мне иногда FPS-то... Тут качество чуть немножко получше стало. Да, кстати, я заметил. Мне как-то светлее. Что? Что у меня с мышкой? У меня какая-то скоростная. А знаешь, что я не могу сделать? Я не могу этот активировать. На какую кнопку он активировался? А, вот. Как старые добрые времена. Тут переотдача появилась. Знаешь, в Counter-Strike Online это, скорее всего, уже давно все было. До Next on Zombies, если ты не знал, это доходит очень долго. В онлайн он очень... А что ты что меня? В онлайне вообще, знаешь, как жестоко все развивается. Быстрее, чем в Next on Zombies. У меня это был онлайн. И, в принципе, могу его скачать, наверное. Ну чё, Рокал, где ты? А, перезаряжался. С P90. Ну ладно, ладно. Сер. Хорошо. Забыл ты, что мы... А, ты мой пулемет забрал, да? Угу. Крыса. Вот одним словом просто крыса. Откуда? Ты как не умер-то? У меня сам 5 хп осталось. Сколько? 55? Значит, гранат на тебя не подействует, придется действовать более жестоким оружием. Я хулиган, у меня был расплата. Я тебе расплатился. Варя, знаешь, как ты засел? В смысле? Чё ты знаешь? Шо? Чё? Чё? Я думал, ты наоборот сверху простреливаешь меня. Так, откуда ты там взялся? Я заспомнился там. А, да, а, нет. Палка не сработает. Так. Ой, лол, так. Так. Китайская сила. Ты чё так быстро-то? О, Супер Марио 33. О, супер. Да вот почему? О, Супер Марио за меня зашел. А, ну, мы же все равно СБУ. А, вот он. Минусанул. Он просто ножом что-то бегал так. Лол. Кек. Кек. Кекович. Здрасте. Дайте хотя бы... Сколько хп-то? 23. Ты уверен? Откуда? Он идет. О, у него спас 12, Маверик. Вообще, впервые вижу такое оружие, если честно. А скорее всего, это скин, кстати, может быть. Может, тут скин добавить. Тут как? И чё, как оружие вот это? По-моему, даже никого не убил. Я его звоню. Я никого убил, 9 убийств. У меня 8. То, что ты крыса там сидишь.
Ты конченый, Марк. Угу. Вот тебе. Да как у него Алё, забери это у него. У него брик. У него брик. Это, короче, такой... Если я не ошибаюсь, это такой автомат, короче, как из Лего сделанный, например. Ну, знаешь, такой зелененький. Офигеть, ага. Да, я его видел на скриншотах. Надо его забрать. Сейчас надо его завалить, короче. Его заберём. Вот. Сейчас я его уберу. Вот он. Да. Да, у меня он есть. Знаешь, в чём прикол? У него какие-то синие пульки есть. Это ракеты, что ли, какие-то? Чё? А, нет. О, его, я его разобрал, алё. Он разбирается. What the hell? А чё сделалось? Ты меня убил, я не успел посмотреть. Машина из ракеты. А там 10 ракет вроде есть у него. Минус. А ты его можешь на правую кнопку мыши нажми. Нет, это реально Лего. Да он меня убил. Быстрее забирай. Он наверху, короче, сидит. Надо ведь забрать... Вот жалко, он что, донатер, что ли, какой-то, что у него такие оружия? Где? А чё, это оружие мы потеряли, да, получается? Ну вот. Минус. Жопа котра. Ты сам понял, что сказал? Да, нет. Да почему? Ой, я его минусанул прям издалека так. Обожаю КСНЗ на самом деле. Ах, нет, ты... Вар. Хулиган. То же самое было. Да вот я тебя видел. Что такое? Сдохни. Задрали меня. Да ёлку. Я тебя прострелил. Как он меня убил? Он наверху. Вы сдохли, меня все равно сейчас сдохну. А я выжил. Откуда? 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 Ты есть. Тварь поганая. Да, я крыс. Да вон он наверху, он крысит наверху. А ему гранатку туда закинуть, он блин. Да сейчас давай я сейчас ему скину, не давай. Убей. Я сзади был. Кинь ему круче. Лови. Не сдох? Сдох. А ты умрёшь? Нет, не умрёшь. А почему ты там сидела? Ждал. Да как они... О, забери у него. У него опять супер крутое оружие. У него пистолет, короче, такой... С драконом красным, знаешь, да? Такие оружия здесь. Вот что ли? Вот топок у него, он на свой. Он на свой винтовки убил. Это не АВП, это что-то лучше. Вы его. Я убил, что это такое? Это подобие АВП, только проще намного. О, это еще хуже, чем АВП, наверное. Подожди, дай-ка я тебя убью. Да! Ты что за херня-то? Да заберешь у меня скоро. Наверное. Его убил. Его же винтов. Так. Что? Он меня убил. Он внизу. Да там он сидит с этой винтовкой. Я тебе не советую высовываться. Погоди, не убивай. Кинь меня. Я его сейчас завалю. Я его завалю. Теперь можешь меня убивать. Давай, вылазь. Ты тоже хуйня. Вот бы мне такую винтовочку, я бы тебя ливал. Он около меня заспавнился, я его сейчас закабаню. Я его закабаню. О, мне... Я сейчас получу эту. Откуда? Да оттуда. У меня читерская винтовка теперь есть.
Короче, я сейчас скоро ухожу, да. Сейчас мы немного доиграем, я в конце серии попробую что-нибудь скрафтить. Ну, посмотрим, что-нибудь там выпадет из задания. Ну, я миссию выполнил. И может быть мы что-нибудь да и скрафтим. Так вот ты хуй. О, мне дали это. Как я. Чё? Забыл шестеренку или как это тебе граната. Да как? Ты видел такой? Видел такой струйка пошла такая. Вон он! Минус. О, винтовочка. Я тебя видел, кстати. Жопа, угу. С этой винтовочкой-то тебе не повезло. Я не успел возйти. О. Слышишь, да, эти звуки? Ага. Это значит, что тебе конец. Хорошо. Мне конец. Это еще лучше, чем УВП Спарта. Вот, давай с тобой заодно будь. Сейчас, подожди. А я все равно сейчас ухожу, так что. Что? Он меня прострелил, по-моему. Ну все, последняя попытка, ребята, я заканчиваю. Ну, я не заканчиваю, я сейчас попробую что-нибудь скрафтить. Че, вышел? Нет, я не вышел. Я сейчас говорю, последняя попытка. Ну, до последней смерти играю, короче. Сколько мне уже убийств? 29. А у тебя 18. Так. И еще одна дымовая. Супер. Да, ладно, короче. Сейчас выход. За у вас вылетит сейчас, да. Так, у нас эксперт. Так, выбираем чертеж. И, может быть, что-нибудь динамо искать. Чертеж номер 3. Вот, смотрите, здесь прикольные оружки, да? Скрафтится. Ну, вот эти там последние. Вот это самый крутый, короче, на первых местах вот здесь. И, может, нам еще что-нибудь не выпадет. Нам ничего не выпало, нам не повезло. Ну, в общем, с вами был Марк. Я и Трибут Геймер. Всем пока. Всем пока.